Катушка МТ Днепр, 12-вольтовая, 3,5 Ома, транзистор силовой на 8 ампер, но тут он пропускает 4. Ну и демонстрация того, что можно сделать с одной катушкой и с помощью просто одного транзистора. Искра намного сильнее, чем, ну, такую искру на контактах вообще просто не добиться. То есть в данной системе схеме очень простая. В дальнейшем буду еще разные эксперименты делать и выкладывать. Нету конденсаторов, нету конденсатора, который уменьшает ТС первичной обмотки. Это транзистор из блока питания. Какой-то конкретно интересный номер. D13207K. Резистор на 51 Ом. И все. Решил для ради эксперимента просто побаловать с этой катушкой. С конденсатором, ну, который мне продали, он пробитый, и искра была вообще никакая. Хотя автомобильная катушка дает искру без конденсатора, когда просто, ну, контакты замыкаешь. С конденсатором автомобильная катушка, конечно, лучше работает, в том плане, там намного выше индуктивность первичной обмотки. Да, эта катушка очень без конденсатора, ну, практически ничего не показывает. Ну, а вот с одним транзистором, ну, это пока что с одним, в дальнейшем буду что-то еще придумывать. Это неудобно одной рукой снимать. Тут что-то ампераж маленький. Почему только 2 ампера? Мне кажется, это я припаял что-то плохо. Скорее всего, перепаять надо. Где-то сопротивление плохое. Потому что только 2 ампера должно быть. А, нет, 2, 3, 3 ампера порядка. Что-то где-то, ну, данное, данный момент 2,5 ампера. Я один транзистор спалил, давно у него слишком большой ток резистором, не 51 Ом, а 15, в итоге там получилось что-то около 11 ампер, и он, короче, сразу вышел из строя, из-за того, что номинала нету. Ну, в общем-то, видео, цель того показать, что такое размыкание первичной обмотки катушки зажигания через транзистор. То есть это огромная разница. Ну, контакты так просто не могут так быстро смыкать и размыкать их. Из-за чего, ну, искра, ну, очень сильно. Причем где-то плохой контакт, маленький ампераж. 2. Маловато. Там, конечно, искра повеселее было, когда было 4 ампера. Ну, вообще-то и все. Пишите свои комментарии, кто что думает. В дальнейшем я хочу еще, ну, разберусь с этим транзистором, почему такая ампераж маленький, может, где-то припаял. И хочу сделать управляющий к нему еще транзистор припаять, чтобы он включался через минус. И попробовать драйвер сделать. Тоже интересно, какой будет результат. Управление транзистора через драйвер. Ну, теоретически должно, конечно, быть лучше еще. Так, все. На этом пока что конец видео.